так. Опа, опа. Не, это как-то определенно проходится. Смотри, она по стене ползает. А! Извини. Перезарядил? Возьми его сразу, господи, не парься ты с этим твоим сраным. Я не заметила, что он там просто стоит. А, ну я симпельно за столбом там. Вот и все. А вот тащить не... О, меня спалили. Вон там еще хрен стоит. Уже не стоит. Наповал. Неплохо. Фига, как корабль пополам просто. Ага, в смысле, прямо реально пополам. Ну, например, штормами тут, штормы всякие. Наповал его, видишь, как прикольно. Просто когда сильнее стрелы натягиваешь, он сильнее мачка этого. Возьму-ка дробь, на всякий случай, мало ли там чего еще будет. Да. Сейчас он здесь крокодил еще выпрыгнул. Алекс, наверное, предатель какой-то. А по-моему, Алекс это их друг как раз. А мы всю игру считали. Вон Алекс. Где? Да вон. Нет, тихо. Да! Да я же отошел, чё? Не касайся этого говна, тебе надо его отсюда убрать. Головка отрезал. Это ужас. О, можно что, из стрелы что-то мочкануть? А кого-то там можно двигать. И что? А, крюк можно двигать, все понятно. Ну, как она слезть? Как слезть отсюда? Shift. А, все понятно. Как его двигать? А, натягивать. Натягивать эту штучку, понятно. Тебе надо ее подтянуть, получается, к этому, какого? К этой на электризованной штуке. Вот так, чувак, только можно сделать. Пока что. И сейчас его прицепить, наверное, надо к ней. Да блин, да хватит уже. Мне кажется, надо на левую лестницу. Смотри наверх, там же эти ходы. Тебе надо вывести на центральную ее. Мне кажется, вот сейчас надо не на эту, а вот. Да, вот на эту, мне кажется. Ну так я на эту и так иду. Или не на эту. Нет, тебе надо как-то на центральную вывести. На какую центральную ты пришел вообще, говоришь? Видишь наверху панели? Нет. Блядь, ты что не видишь? Вот! Это панели. Тебе надо сделать так, чтобы она на центральную вышла. Чпак. Ну да, вышла. А вот это не надо было делать, мне кажется. Что? Так а зачем ты сейчас двигаешь назад? Просто подвинул. Так вот в том-то и дело, что до этого я бесполезно подвинул ее. Не надо было. Так нет, наоборот. Правильно, походу. Да нахрена? Нет, ты назад и сейчас на лестницу. Ну, подвинешь да, и на лестницу. Да без проблем, конечно, можно попробовать. Оп. И на лестницу прыгни. Да я понял, ты чувак, так, ты можешь мне не объяснять каждый шок, каждый ход. Нет, просто это говорит, типа, вот это вот и все, да? Ну и что, опять она у меня сдвинется до сюда, ну и так что? Позови ее, ты ее на центральную вывел, что тут сдвинется она у тебя? Ну да, вот она теперь тут. И чего? Она у меня с самого начала тут была. Значит, теперь прыгни на эту лестницу. Значит, теперь, наверное, на эту лестницу. Ты в прошлый раз на эту. Нет! Ну какая разница, обратно на эту прыгнешь, что она сместится туда. А, ну, ну, значит, наверное, до упора на ту. Теперь нет, чувак, снова натягивай. Нет, чувак, ты какую-то несешь. Я сделаю все сам, ты мне неправильно все подсказываешь. Например, не обязательно подсказывать мне каждый ход игры. Я могу и сам немножко поиграть. Вот так надо было сделать, а не как ты мне сказал.
блядь, немножко не попал. А там лестница сформировалась. Попал. Чего он вправо говорит? Чего это мужик там? Понятия не имею. Не знаю, о чем я думал, когда сюда шел. Да. Да, панель сверху упала, херня. На, все, теперь надо тебе походу повторить. Ты трубу убрал, тебе трубы не доставали этого какого. А, то есть обратно залезаешь? Нет, теперь, теперь надо, короче, то, что ты сделал в первый раз. Сказал, что типа это неправильно. Тебе, видимо, трубы мешали до того, чтобы эта штука до упора доехала. Понятно. Сейчас, Алекс. Жопу Алекс, блин. В чем сила, брат? Так эти по центру установить. Так ты правильно все сделал? Все, надо сейчас ее вот туда оттянуть, да. Налево и прямо. Стрел, блин, просрал, капец. Ну и сейчас просрал. Да, пофиг. А чё ж ты не натягиваешь-то стрелу, а так метаешь? Какая тебе разница, это моя игра, мой компьютер. Опа. Быстро. Ну, задолбал звук уже, блин. Задолбал уже эта хрень. Задолбал уже, блин. Жумар. Жумар. Крюк сам схватил. А, ничего, обратно типа оттягивай. Аллилуйя! Спасибо, Алекс. Чё, походу Алекс не предатель. Это походу заложник. А ты его так говнил. А, ему ногу всего лишь там чуть ли не оторвало. То есть он не, здесь не надо, сидит, пока мы прошли пол игры, или сколько-то мы прошли. Он тут сидит просто. Долбоёб. Ну а что такого-то? Сними ему трубу, попробуй его дотащить. Давай уже! Не ломайся, бери инструмент и уходи. Красава, молодец. Тоже как мужик поступил. Вот как дед поступил тогда. Да, он сидит открыто, его не могут попасть, типа. Не смешите меня. А, понятно. Ну, а, там все помещение взорвалось. Да. Ну, я же говорю, как мужик поступил. Ну, сейчас весь корабль будет взрываться, только надо поэтому быстрее бежать. Пинк. Давай. О, жумар. Фига себе, жумар еще и. Да, ты типа не знал, да? Все. Одна часть корабля ушла под воду. Обидка. Ну ладно. Мне было пофигу на самом деле. О, валяется мужик. Говно собачье. Жизнь, братуха. Жизнь, братуха. Ага. Там подобрать-то можно было. Стрела. О, нормально. Чука идти-то. Вон туда. На мана. Оп, патроны максималочка. Опа, еще какая-то штучка. Ух ты. Мне кажется, туда больше не надо падать. Да, туда не надо падать. Это очень было бы плохо, если мы туда упали. Ну давай, залезай. Опаньки, молодец какая. Все, поехали. А, используй жумар. А. Я уже и так использовал. Надо держать жумар. Видишь, как жумар прикольно, не надо ползать 3 часа. Ну как это возможно? Я даже
Это смешно же было. А, смотри, я могу просто ползти. Могу ехать. Я просто решила ради спейса посмотреть, что будет. Мне что, она вниз ехала. Оп! Да не слышу, господи. Да, я проверял. Ижух. Лагерёчек. Да, предлагаю на этом закончить, на этом лагере. Ага, завершаем серию. Всем спасибо за просмотр. Качаем навык. Ставим лайки и качаем навык. Да. Подписываемся и качаем навык. Вот это вот, да, вкачай. Интересно, нас сайт смотрит? Нет, наверное. До этого момента только истинный фанат дойдут. Так, а, да, в общем, сейчас еще оружие качаем. Винтовочку. Так, винтовка. А, нужно 300, у нас здесь 7-3. Ладно, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, если вы дошли до этого момента. Подписывайтесь, комментируйте, и группа ВКонтакте тоже существует. Всем пока! Всем привет, с вами Game Channel Alex, играем мы в Tomb Raider, который вряд ли кто-то смотрит. Если кто-то дошел до этого момента, тогда вы истинный болельщик нашего канала. Но таких нету. Поэтому же только с FIFA и PES смотрят, в основном PES, но FIFA тоже иногда смотрят. А остальное забивают. И вообще даже некоторые не знают, что я существую. И все ролики по FIFA делаю я. И все баги тоже делаю я, хотя думаю, что это делает он, и все его схваляют, поэтому... Хотя все делаю я. Да я царь. Ну да, а тебе вся слава. О, нужно вернуться на берег в лагерь выживших. Это изи, просто изи. Так, что тут, это камера пыток, да? Запыток. Смешно, сейчас было смешно. Оценил. Карта обновлена. Давай. Обновлено. Да опять это дурацкое место, вы что, издеваетесь? Мы только что с него. Ну, как только что? Недавно. Ночь что, наступила, передует? Ночь наступила. И снова седая ночь. Вот и лук пригодился. И только и жумар. Жумарчик. Самое оно. Анус запеканус. Анус запеканус. Да смотри, это просто прыгать надо так. О, видишь, как идеально. И чё, смотри, смотри, чувак, она застряла. Ой, я вниз поехал. Я поехал вниз. Ты что ты делаешь-то? Спрыгни ты нахрен. О май гад! Ох, всё идеально. А ну запеканус, туру-туру-туру. Опа, лагерь. Чем? Ты что? Я специально говорил тихо, чтобы никто не слышал. А, да, Game Channel Alex, Лёша, пердун. Пизды получишь. Я его старше, кстати, если что. Я старше его на 2 месяца. Мне 16 лет и 3 месяца, ему ещё один. Да, ему 16. Да, мне не 12. И не 13. Вы могли подумать, что мне от 10 до 13 лет, на самом деле мне 16. На самом деле у меня уже даже паспорт есть, представьте. Я даже сегодня проходил комиссию для военкомата. На самом деле у меня даже борода растет. Ага. На самом деле у меня даже волосы на лапке. Я знал, что ты это скажешь. Да, парни. Так и так. Потом поймете. Да, нас, наверное, смотрят аудитория от 6 до 10. А тут чувак вроде... Да нет, я хотел там спрыгнуть просто. Надо было раньше спрыгнуть. Смотри, сейчас спрыгну.
О, ух, я думал, я хотела разбиться, но... Ой. Она ёбнулась о скалу! Я тебе пизды дам, сука. Долбоёб. Опасность! Школьник нападает. Школьник атакует. Да чё ты делаешь-то, придурок, что я хотел срыгнуть вниз? Как можно быть таким тупым? Тебе да, тебе можно. Тебе не можно, Лёша, ты всегда такой. Шутеечки пошли, да? Опа, опа, тихо. Их трое, чувак, господи, когда тебе мешало троих убить? А, спалился там, потому что надо было огонь выключить, ну ладно. А, подумаешь, ему в грудак попал огненной стрелой. Не, он живой. Вообще, по идее, стрела, когда впивается, то ты больше не хрен встанешь со стрелы. Лагерек. Лагерек. Снаряжение, о, почти. Спортивный лук. О, прикольно. Приколочка. О, снаряжение. Нафиг лук. И сколько модификаций уже? 650 разрывных. Стрелы с разрывными наконечниками. А это что? Давай копить на 650. Витайте тела, увеличивают урон от выстрелов. Надо это будет еще поставить. Потом все это увеличим. Надо всего на лук копить теперь 650, короче. Да, похер на этот автомат, я им все равно не пользуюсь практически. А луком и дробовиком только пользуюсь. Ну вот автоматом надо пользоваться, правда. Но это уже ты сам будешь копить. Когда будешь играть у себя на Xbox. Я прошел полностью, на что мне копить? Я акробат из цирка, Томб Райдер. О, вот это точно из цирка. Нафиг. Да, я же хотел его... О, господи, я же на него охотился. Ну, так прикольно, они сидят, нихера не делают, а я все смог. Стоп, слушай. Да, только извини меня, ты сама зассала. Я сомневаюсь, что это надолго. Если уж мне суждено умереть здесь, я предпочту умереть сыт. О, рыбку покушали. Накормишь человека, спасешь его душу. Наконец, хоть какой-то позитив. Когда Рейс отремонтирует катер, мы вернемся в цивилизованный мир. И нам точно будет что рассказать. Опа, здорово! Никогда больше не слышать имя Пимика. Мы можем отплыть с приливом. Нет, не можем. Вот только не начинай опять, Лара. Не только Лара считает, что мы здесь в ловушке. Матиас тоже в этом уверен. Я видела это по его глазам. Он думает, что воскрешение Пимика – ключ к побегу с острова. Боже, это безумие. Хотя здесь все безумие. Эти бури – неприродное явление, признайте это. Она права. Когда Эньюранс попал в бурю, я почуял что-то темное, что-то живое. Остров проклят. Лара, ты куда? Под базой на утесах какие-то развалины. Нечто заставило их поверить, что бурями можно управлять. Я должна знать, что они нашли. Мы отчалим, как только сможем. Так что не задерживайся. Я без тебя не уйду. Негр, ебало мной. Сидел в подземной станции. Так, опа, вот тут я. О, я думаю. Хай-хай. Наверное, не могу рядом с ним стрелять даже. Ой, ящик.
Ты дебил, это Far Cry наделаешь. Ты дебил меня, он дает мне 11 запчастей и опыта нормально. Ну, 60 опыта, 118 запчастей, еще и стрелу я забрал. То есть, по сути, я ничего не потратил на них. А хилку по... Ой, какую-то фигню поимел с них. Да что за грень? Да вылезет отсюда, она застряла. Гениально! Игра баганула! Как? Она застряла там! Почему она баганула? Скажи, почему с тобой почему это происходит только с тобой, да? Почему это с тобой похолодло же? И снова святая ночь! Сейчас попробуем сейчас смотреть. Пошли уже, чувак, снова. Сейчас они сгорят, и я пойду. Так нам не туда. А, да? Ну ладно. Я думал, нам сюда просто. Нам наверх. Тут путь наверх и дорожка есть. А, да. Иди в жопу. Тупой. Там, тарам, тарам. Ты да. Прыг, прыг, скок. Ты уверен, что сюда? Да. О, там я еще. Ту-рум-ту-рум. А, прикол, он на пробел стреляет. Смотри. Он на пробел стреляет. Хорошо. Так, опа, вот тут я. Ой, я думаю. Хай-хай. Давай, не могу рядом с ним стрелять даже. Ой, ящик. Ты дебил, это Far Cry наделаешь. Ты дебил меня, он дает мне 11 запчастей и опыта нормально. Ну, 60 опыта, 118 запчастей, еще и стрелу я забрал. То есть, по сути, я ничего не потратил на них. А хилку по... Ой, какую-то фигню поимел с них. Да что за грень? Да вылезет отсюда, она застряла. Гениально! Игра баганула! Как? Она застряла там! Почему она баганула? Скажи, почему с тобой почему это происходит только с тобой, да? Почему она с тобой похолодло же? И снова святая ночь! Сейчас попробуем сейчас смотреть. Пошли уже, чувак, снова. Сейчас они сгорят, и я пойду. Так нам не туда. А, да? Ну ладно. Я думал, нам сюда просто. Нам наверх. Тут путь наверх и дорожка есть. А, да. Иди в жопу. Тупой. Там, тарам, тарам. Ты да. Прыг, прыг, скок. Ты уверен, что сюда? Да. О, там я еще. Ту-рум, ту-рум, ту-рум. А, прикол, он на пробел стреляет. Смотри. Он на пробел стреляет. Хорошо. А то, что ты в каждом видео... Ай, ёпта, нахуй, ёпта, блядь, нахуй. Ты что? Ничего страшного. Прямо все равно это никто не увидит. Да, могу сказать хоть что я долбоёб, всё равно никто не узнает, даже об этом. А все наши подписчики долбоёбы. Я это вырежу. Да ладно. Так. Это было смешно. Лара, скажи, что ты хочешь найти? Лора. Ничего не хочу. Перевал. Нет. Местонахождение перевал. Жёлтая вода, будет плывёт на старом катере. Её гнев причина здесь. О, вот гуляет весело. Веселье. Да. А зачем Матео тут сейбит? Не знаю. Опа, что-то лагеря нет, там лагерь. Да, я понимаю, что он безумный. Да, безумный. Но безумие все, что у нас осталось. Хуяра. Бля, где лагерь? Уже заебался там играть, бля. Говно. Придется опять на две серии рубивать. Да, пофиг. Какая мотня вообще? Чувак, да никто не смотрит, никто, я просто заливаю, чтобы было что-то. А как давно у нее рука сломана?
Ладно, у меня просто пошли. Пуля была там. Мне ее зачем-то перевязали. Руку. А пули нет. А я пойду. Насрать на пулю, да? Больше людей, больше шансов нас заметить. Что, видимо, игра к концу уже подходит. Да, ребята, это 100%. Давайте будем считать, что мы прошли до конца игру. Всем спасибо. В общем, стреляй. Да не, вот сейчас вот они закончат разговаривать, и мы закончим. И он ее выебет. Мы не прощаемся. Я не прощаюсь. Птенчик. Он ее назвал птенчик. Мы тебя прикроем. Сынки. Вы ревашки. Какой лагерь живет. Да, я прикрою, просто она имеет в виду, ты со сломанной рукой ни хрена не сделаешь, а ты инвалид. Все, давай. Ой, нет, смотри, ты со сломанной рукой ничего не делаешь. Со сломанной рукой ничего не сделаешь, а ты жирный. Что ты сможешь сделать? В общем-то, все. Играем дальше. Чувак, давай тут, чтобы потом легче. А, да, конечно, легче, только скажи мне, тут сохранки нету. Сразу же, все. Не хочу. Так, все. Тебе легче будет разбивать потом? Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь. Пока.